Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Звезда бокса». Так, я в данный момент на 23-й позиции. Лига закончена, ребята, и мы... Ограниченное предложение, да? Костюм Мон, Мартышкин труд. Нет, спасибо большое, я как-то обойдусь без этого. Давайте откроем пакет и посмотрим, что нам выпадет. Так, 45 монет. Перчатки тренировочные. Так, опять перчатки. Ага, на хук. Отлично, ребята. Трое видов перчаток выпало нам. Так, победный набор. Это мы с вами, наверное, сегодня накопим. Дополнительный матч. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас тут. Ага, реванш, реванш. Я везде проиграл. Ты посмотри, ребят. Или же тут непонятно. Так, кто тут выиграл, то проиграл. Я не имею ничего против, но сделаем, наверное, с вами соревачка. Это, во-первых, для чего нам нужно? Для того, чтобы хотя бы разогреться, я думаю, да? Нифига, у него звездность там намного круче, чем у меня. Так что давайте посмотрим, кто кого. Либо он меня, либо я его. Так, девочка моя вышла. Так, поехали. Оу, не, ребят, мы должны его, наверное, ушатать. Так, подожди, парень, не буянь, пожалуйста. Прикрыл, правильно, молодец, знает. Знает, гад, как делать, а? А ну, давай-ка я ему попробую прямым. Опа, я его подловил, по-моему, да, ребята? Подожди, у нас силенок что-то не хватает. У него заряжена энергия. А ну-ка, попал он все-таки по мне, ребята, попал. Ну, я выстрел. На, гаденыш, получи. Еще разок. И теперь вот так вот. Да, он, пускай полежит, немножко подумает над своим дальнейшим, ребята, поведением. Встал, смотри-ка, ребята, он встал. Так, погоди. Оу, это было... А почему? Промахнулся, извини, братунь. Тогда тебе крантарики. Слушай, может быть, мы его все-таки в первом раунде завалим, а, ребят? Я бы очень сильно этого хотел бы. Но, по-моему, он встанет, да? Или нет? Не хватит силенок у тебя, брат. Лучше лежи, лучше отдохни. Да, ребятули? Ну что же, реванш довольно неплохой у нас прошел. Нам должны начислить монетки. Ну, давай, 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 Рэй, хорош выделываться. Всем и так ясно, что ты выиграл. Че, ты еще решил по повтору, что ли, тут? Выпендриваться. Да все понятно, давай уже, хорош. Ребята, а что с игрой-то, я не понял. Это что за баг такой? Соединение с сетью нестабильно. В плане нестабильно. О чем они пишут? Так, ребята, у меня 3 победных очка, 60 звездочек прибавляется. Отлично. Так, ну что, мне понравилось, да? Давайте-ка мы, ребята, вот этому Хаунтрису размажем лицо. Я думаю, вы меня поддержите в этом плане. Так, у него звездность-то крутая на самом деле. Ты посмотри, какой он тут. Он крутой чувак. 60 звездочек у нас, ребята, на кону. То есть, кто побеждает, тому и причисляется. Так что давайте. Так, красотуля, все, иди, ты свободна. Мне сейчас не до тебя. Оу, у него здоровья сколько, ребята. Нормуль, да, я ему так припечатал сейчас. Так, тихо. Блин, он попал по мне. Так, контрхит. Нормуль, пока хорошо идет, ребята, все. Давай, 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 давай. Как можно больше здоровья. Я сравнял, говоря грубо, здоровиться. Так, тихо. Не тут-то было. Опа. Промахнулся. На-ка, получи, выкуси, гаденыш. Прикрылся. Промахнулся, да? Извини, братюня. Опа, я быстрее, ребята. И второй. Отлично. Смотри-ка, он крепкий, ребята. Если уж на то пошло. И удары у него будут пожестче, чем мои. Да чтоб тебя. Попал. Ребят, надо хайдукин как-то влепить ему. А вот как мне это сделать? Так, первый раунд закончился. Будем восстанавливать ОЗ? Я думаю, что надо. Надо нам сделать это дело. Нехитрое, да? Он сейчас еще... Нет, он себе ничего не стал делать, ребята. Поэтому я хайдукин сейчас сразу же зря сделал. Он встал в блок же. Хотя нет. Пропечатал я его таки. Так, хорош, успокойся. Да, он пускай полежит, ребята. Ну, встанет он, конечно же, быстро. У него, кстати, хайдукин тоже накопился, поэтому стоит ожидать от него подвоха. Отлично. На, получи, гаденыш. Я быстрее, я опередил его. Вот, вот этого я обожаю, ребята, серию ударов. Тихо, не надо буянить. Братюнь, не надо. Захотел мне по печени пробить, но не получилось у него ничего. Ну, добивающий, промахнулись. Давай. Черт подери. Ох, ничего себе. Вот это сейчас было, ребята. Вот это было жестко. Давай встаем, 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 встаем. Рэй, 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 вставай, вставай. Так, пробил.
Успел таки. На 13 секунде, ребята, я его положил. Смотрим, что у него там со здоровьем. Потом, наверное, будем суперудар делать на Хайдюкин, если, конечно, он встанет. Но он не встанет. Не встал. Отлично, ребята. Кейо. 60, пожалуйста, звездочек мне в копилочку перекиньте. Будьте так добры. Мне они очень нужны, чтобы подниматься по рейтингу, ребята. Так, и 2 победных очка. Кстати, мы можем с вами после следующего боя получить следующий левел. Поэтому давайте-ка, ребята, мы с вами определимся. Так, давай-ка мы, наверное, вот здесь вот, да? Это сколько? 21 день назад. Он меня тут отмутузил, видимо, да? Когда я был вне игре. И, кстати, сколько? 1251 звезда. Ну, этот парень знает, наверное, толк, я думаю, в игре. Проверим. У него у нас здоровье сейчас немерено просто-напросто. 9000! По-моему, я зря, ребята, сюда пошел драться, если честно. Так, хорош тут прижиматься еще тут ко мне. Так, отлично. Апперкот. Не получилось, ребята. Подловил. Он уворачивается, он хитрый. Подожди-ка, подожди-ка. Меня такой расклад не устраивает. Упал, я хотел суператаку сделать. Ладно, встаем. Встаем. И пытаемся, ребят, пробить его. Но сразу на Хайдюкин. Ох. Классно пробил. Отлично. Давай еще разок. И еще разочек. Давай. Апперкот. Нормуль. Так, мне бы, ребята... Нет. Ух, хорошо. Как он мне пробил. Тройной удар. Тройной, ребята, был апперкот. Если вы этого не успели заметить. Если я сейчас не встану, мы проиграем. Я встал, но здоровья у меня мало. И времени у нас мало, ребят. Да ты в печень. Он просто, ребята, в печень мне звезданул. Подняться сейчас и подняться за рекламу. Нет, я попробую. Не, ребят, я вот здесь я сдулся. Но согласитесь, из расчета брать, сколько у него было здоровья и сколько у меня. Если бы мы были бы с ним на равных по ХП именно, то ему был бы кранты, поверьте мне. Ладно, фиг с ним. Проиграть это, знаете, ничего такого страшного нету. Единственное, что, конечно, звездочки у меня отняли. Поэтому давайте, ребята, вот здесь попробуем. Канадца завалить. Не знаю, получится. Что он там? Защита у него, да? У него защита. У него, ребята, защита стоит от матча, поэтому он испугался. Ох ты! Ну вот этот парнишка, да, крут. Но, тем не менее, ребята, я не испугаюсь. У него боксерские перчатки розы. В принципе, супер удар мне от них не особо страшен. Но неприятно все равно. Отлично. Так, здоровье у него практически как у меня, ребята, было. Промахнулся. Давай дальше. Ау! Больно же, гад! Звездочки ловит. Поехали нокаутировать его, ребят. Так, все, я понял. Блин, попал. Что? Ты промахнулся, парень, извини. Ведь промахнулся же? Давай, на! Еще разок. Опа, я его пробил, ребята. Вот это было very nice. Лежи лучше, гад. Нет, он встал, причем довольно быстро он вскочил. Как это не странно. Ну, не надо, Ры. У него слишком жесткие удары, ребята. Может, Хайдюкин ему влепить, а? Чтобы он знал свое место. Давай попробуем. Пропишем? Да, я его просто смачно пробил, ребят. По-другому здесь не назвать. Слушай, он встанет. Знаете, к чем, ребята, плохо сейчас? На 8 секунде он может успеть отхиляться, потому что... Или нет, или не успеет. Смотрим, ребята. Там фоткают нас вовсю. Неужели встанет, гад? Нет, не встанет. Не встанет. Он будет валяться здесь до последнего. Как размазня. Отлично. Фух, по крайней мере, я вернул себе свои звездочки. И это классно. Это классно, ребята. Так, надеюсь, ничего не будет тут с обрывом связи. Все отлично. Да. Мы получаем с вами 18 уровень. Ну, сколько у нас? Блин, тут у нас еще реванши целая куча. Хорошо, давайте, ребята, отсюда выйдем. И посмотрим, что у нас в групповом матче происходит. По-моему, 2 попытки нам даются. Ох ты. Хм. Один круче другого, ребят, я вам могу сказать. Ну что, давайте, наверное, попробуем вот этого. Вот самого первого. Накумарить. Я, честно говоря, не уверен, что у нас здесь получится. Но противник мне интересен. Здоровье у него меньше у меня. Но у него шоковые перчатки, ребята. Все, наверное, помнят, да, что делают шоковые перчатки, ребята. Подловил гадина все-таки меня, а? Мы будем просто... нет, он уклоняется, ребята. Он уклоняется, да. Причем еще ставит туда, где надо. Промахнулся. На!
Лети отсюда, пташечка. Встанет, наверное, быстро, да? Практически моментально он вскочил на ноги. Давай дальше. Попробуем пробить апперкотом. Оу, нет. Вот это он меня подловил, ребята. И посмотри, сколько здоровья отнял у меня. Так, есть. Нет, не есть, ребята. Вот теперь есть. Слушай, я думаю, что вряд ли он встанет. Или встал. Он встал, ребята, ты подсоединяешь. Ну, пробил? Пробил. Пускай подумает теперь. Вот теперь он вряд ли должен встать. Ну, извините меня, второй нокаут практически сразу. Ну, да, нормуль. Отлично, KO. Спасибо. Что нам за это дают? Я уже не помню, сейчас посмотрим. За вот победу над этими вот матчами. Давай, 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 показывай мне статистику. Так, 90 звездочек, ранг S. Ну, это круто, я вам скажу. На! Буф, а вот это жестко было, ребята. Рейтинг соперника понижен. Я ему еще и в рейтинге его опустил. Нормуль. Так, что тут у нас, ребята? Кстати, вот этот вот тоже, я думаю, неплох будет. У него, по крайней мере, если смотреть. Не, лучше вот. Лучше Роних. Давайте лучше Рониха, наверное, да? Возьмем. А, даже вот этого лучше взять. Слушай, 522 звездочки. Слушай, я, наверное, с ним поделюсь. А что это у него за перчатки, кстати? Я таких перчаток не видел. Перчатки-бомбы, по-другому не назвать. Ну, ёпрсоте, надеюсь, у него не костюм там какой-нибудь суперский. Накося, что-то там выдерживаешь. Что-то там собрался делать. Так, пробиваем. Он оглушен, ребята. Слушай, перчатки у него мощные, я тебе сразу скажу. Смотри, прикрывается, гад. Нет, 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 нет. Промахнулся. Отлично. Есть, я быстрее, я опередил его. Как он быстро встанет? Давайте смотреть, ребята. Встал довольно быстро, очень быстро, я бы сказал бы даже. Так, апперкот. Успеваем. И опять его отправляем на землю. Хайдюкин может быть влепить сейчас, а? Как думаете, ребят? Хайдюкин. Нет, он, смотри, что... Так, а вот он применяет, ребят. Ах, как ты вжарил-то, сейчас больно было, на. Надо было прямым просто ему в пятачину зарядить и все, и он бы валялся бы, ребят. Так, ну, вы как понимаете, я сейчас набираю себе рейтинг, да, набираю себе уровень, потому что следующий противник, который у нас идет по сюжетке, слишком будет крут. Честно говоря, я с ним даже еще и не дрался, поэтому надо будет потом посмотреть, зайти. Ну что же, тут победа, победа за нами. 84 звездочки, победа в первом раунде, ранг S, ребята. Ну-ка, на. И сейчас еще вот так вот. И еще и рейтинг ему понизили. Прекрасно. Стал у него пятый по ходу дела. Ну, что же нам тогда остается делать? Давай посмотрим. Последний, ребята, у нас попытка дается. И я думаю, что вот этого паренька, наверное, надо наказать. Ёпрсте, по-моему, ребята, у него вот этот самый костюм кибернетический, который делает защиту, если я не путаю ничего. Ёпрсте, посмотри на его перчатки. И я боюсь, что это мега перчатки, ребята. Если он мне ими пропишет. Ну. Опа. Я так и думал, ребята. Это да, действительно, перчатки хороши. Так, давай, 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 давай. Опс. Промахнулся, да? На. Хайдукин сейчас, ребята, сделаю ему. Ловим. Понятно. Оу, щит. Вот это, ребята, нежданчик для меня был. А я так и думал, ребята, это перчатки, конечно. Донатские, сразу вам скажу, это перчатки донатские. Их просто так не получить здесь. Или придется очень-очень, ребята, долго собирать на них материал. Так, попробуем прописать. Ёпрсте, он оглушен, да? А почему у меня не сработала серия ударов? Она должна была. На-ка тебе, прям в пятачину. Фух. Ну, что? Не вздумай свать, иначе я применю хайдюкин против тебя. Хайдюкин, вот он у меня накопился. Есть. Ребята, три попытки и все удачные. Это очень редко бывает. До этого мне попадались такие противнички, что мама не горюй. Тем более, это у нас, по-моему, Китай, да? Или кореец? Ну что, давай ему в пятачину теперь. Заряди. Что-то не стали показывать, как я ему в пятачину зарядил. Ну что, здесь мы с вами довольно неплохо подрались. Давайте перейдем вот сюда и посмотрим. Так, что у нас здесь в нашей тренажерке, в тренировочке? Тренировка завершена. Так, ребята, у нас 3 очка есть. Ух, 3 очка, да? Давай, наверное, сделаем с вами тяжелую тренировку. Пускай у меня тренируется братуха, да? 6 очков. Так, и давай вот сюда вот.
Просто простую тренировочку закажем себе. Пускай будет. Короче, ребята, 6 очков, да? Давайте заходим в навыки и будем что-нибудь себе улучшать. Мы с вами любители пользоваться апперкотом, да? Поэтому... Апперкот. Хуком тоже пользуемся. Ладно, давайте, ребята, применять здесь. Раз, два. Потратить. Прокачка до 6 уровня. Так, если мы сюда... Сколько тут надо будет? Давай посмотрим. Раз, два, четыре. А у меня всего две. Не пойдет так дело. Так дело не пойдет. Давай, ребята, одно тогда вот так вот сделаем. 7 уровень. Хорошо, предположим. 500 монет мне нужно, чтобы открыть еще ячейку. Господи, как же мне тяжело все это дается. Ну что, с тренировкой вроде бы все решено у нас, да? Давай... Так, подожди, а тут-то у нас что такое? Боксинг Стар. Ё-моё, что-то тут у нас новенькое. Это, кстати, сегодня было, ребята, обновление. Я обновлял. Довольно долго обновлялось. Так, а что у нас на почте? Я надеюсь... Опа! Получить подарок? Нифига себе, перчаточки, ребята. Так, 50 монет мне подкинули. Так, омега слияние. Подтвердить. Вот это интересно уже. А что я хочу? Превосходное, превосходное. Джеб, хук, апперкот. Давай на апперкот, наверное, да? Награда получена. Так, получаем с вами еще большой набор. Монетки, хук, защита. Опять же хук. Солидно. Так, получить подарок. Надеюсь, игра не вылетит. Ну что, ребята, могу сказать одно. Меня выкинуло после просмотра рекламы, мне ничего не дали. Так, победный набор. Кстати, давайте-ка мы с вами попробуем еще подраться немножечко. Потому что мне нужно две победы для того, чтобы забрать вот этот вот сундук. Так, промоутер. Промоутер у нас молчит, нет запланированных матчей. Так, давай попробуем реванш. Давай вот здесь вот рискнем. Да, конечно же, он под защитой. А ты? Это у нас, ребята, бразилец будет против нас. Ох ты, вот это что-то новенькое, ребята, я такого не видел. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что это за, интересно, такой супер удар у него. Зомби какой-то. Так, ладно, девочка, мы тебя поняли. О, у него здоровье, ребят, сколько, посмотри. Перчатки зомби. Слушай, это слишком мощно для меня, ребят. А почему так мало здоровья мы отнимаем? Ёпрст, это никуда не годится, ребят. Упс, промахнулся. На, получи в ответку. Он прикрывается, он знает, гад, куда прятаться, куда прикрываться, да? Неплохой, конечно, он сейчас бы апперкот мне прописал, ребят. Ну, так. Ты посмотри, как ты... Как ты предугадываешь, а? Парень, скажи мне, пожалуйста, как... Нет! Нет! Ёпрст, ты, обалдеть удар. И меня оглушили. Ты понял, что он сделал сейчас? Он сделал неплохую серию ударов, ребята. Так, он пока оглушен. Он там соображает еле-еле. Мы должны его накумарить. Есть. Пускай валяется. И, кстати, раунд сейчас закончится. Ребятули. Он будет хиляться, я больше чем уверен. Поехали. Все. Гонг. Ну что, я буду, наверное, восполнять себе здоровье. Фух. Так. И он, наверное, нет? А он ничего не стал делать. А ему ничего и не надо, ребята. У него и так здоровье, как у буйвола. Во. Да ну, отвяжись ты. Что-то у него, ребята, там с лицом совсем не айсовое, смотрю. Фингалы, всякая ерунда. Промахнулся. На тебе в ответку. Да отвяжись ты от меня, ты уже достал прижиматься-то. На. Ребята, у него суперудар. Я так и думал, что... И второй сейчас, смотрите, второй сейчас будет разворот. Ты понял? Вот так вот и дурак сыграет, ё-моё. С таким-то. У меня хайдукин, да, накопил? Нет, не накопился, ребята. Пока еще не накопился. Я думаю, пару ударов, и ему будет хана. Так, тихо, подожди, хайдукин. Я все жду этого хайдукина, никак не могу дождаться, никак он не накопится у меня. Тихо. Это, ребята, печалька. Нет, я выкрутился. Все, если он сейчас встает, я применяю суператаку. Я вот держу на изготовке, ребята. Надеюсь, он не встанет. Нет, он не встанет. Фух. Кейо, вот тебе и кейо. Откуда у них такие перчатки? Откуда у них такие удары, ребята? Я офигею, блин. Перчатки зомби, по-другому не назвать. Так, 2 очка. Отлично. Неплохая, ребят, статистика. Давай, наверное, мы попробуем с вами Армана, да?
Посмотрим вначале, что это за парень. Ребята, у него что-то очень много звездочек, да? Но очень слабые удары стоят. Почему так, я не знаю. 6246 у него здоровья. Проверим его на прочность. Я смотрю, он любитель прямым бить. Да отвянь ты от меня, лезешь тут. На-ка, выкусил. Ребят, действительно, он что-то любит прямыми бить. Так, давай его, давай. Упс, нет, парень. Что это за шоковая херня? Да ты чё, блин? Это что такое было? Ребята, вы видели, что он сделал? Вы видели, что он сделал? Что он... Обалдеть, перчаточки, блин. Да ты хорош, ну... О, пробил его. Иди отсюда. Нет, не... он пока еще не идет никуда. Давай прямым. Нет, вот так вот сделаем. И... Да ну хорош, ты что, ты серьезно, что ли? А что я так двигаюсь-то еле-еле, а, ребят? Зарядил. Подожди, я не могу понять, почему я его по нему бью, и ему все пофиг. Странно. Короче, хайдукин надо применять, ребята. Да, он у нас в откате. Так, отлично, пускай подумает, полежит. Но он-то себе здоровье восстановит. Это однозначно. Угу. 3000, да, у него? Так, давай пробивать. Пробили, пробили. А хорошо, ребята. Наш шанс. Есть! Фух, до 40% я ему хп снес. Так, встанет, гад, нет? Встал, ты посмотри, живучий паразит. Нет. Все, ребята, это хана мне. Вставай. Рей, вставай, дорогой. Давай. Фух. Погнали еще, давай. Вот так вот, нормулька. Фух. Черт бы его побрал. Я офигею, ребята, вот это вот удар, да? Вот это был... Встал. Он встал. Ну все, ребята. Поехали, сразу же. На. Отдохни, расслабься. Что у него за перчатки, а, такие на руках? Что у него за суператака такая стоит? Молния, тройная причем. Есть, я все-таки... Все-таки я выиграл. Этого дорогого стоило, на самом деле, ребят. Очень сложный противник. Даже не то, что сложный, у него очень мощная ульта была. Поэтому я выиграл его. Так, ранг А. Ну, это понятно, потому что мы его не сразу, не в первом раунде уложили. Ребята, меня повысили по лиге. Прикиньте, вот прям сейчас я бы взял и поднялся в лиге. И дайте мне, пожалуйста, мой победный набор, в конце-то концов. За третью лигу. Воу, нормуль. Джеб, так, защита. Ага, мегатейзер. Букет. Забираем все абсолютно. Так, я, ребята, здесь, по-моему, не все дела свои решил. Давай зайдем в клан и посмотрим, что у нас тут. Так, пожертвовать. Так, ежедневный ящик, будьте добры, мне киньте. И посмотрим, так. Ага. Редкая капа. Спасибо большое. Так, пройдем-то сложное испытание. Так, что можно здесь, ребят, пожертвовать? Да что хочешь. Так, а вот это что у нас такое? Надо зайти, наверное, в снаряжение и посмотреть на самом деле, да, что у нас там происходит. Так, здесь пока мы ничего не будем делать. Общение. Что у нас по общению? Так, друзья. Друзья, активация. Запрос на дружбу. Принять. Это Буба и Рушан. Вы больше не можете добавлять друзей. Почему-то. Непонятно почему. Так, фоторежим делиться. Я, ребята, уже делал этот фоторежим. Наверное, больше не надо делать. Так, боксер один. А мой персонаж-то где? Нет, подожди. У меня же был совсем другой персонаж. Ладно, фиг с ним. Видимо, только на один бой. Ну что, бабуля, давай, встречай меня. Новый набор мега-слияния. Какой же он? Давайте посмотрим, что он из себя вообще представляет, этот набор. Бабушка, покажи, пожалуйста. Легенда гласит, что много веков назад один монах со своими спутниками отправился на поиски древнего писания. В своих странствиях они нашли загадочный большой ящик. И что? Открыв ящик, они не обнаружили писаний. Воу, ничего себе!
Однако в ящике они нашли три пары могущественных артефакта. Сила этих перчаток была столь велика, что лишь немногие решались их применить. Омега-слияние соединяется в набор омега чего-то там, позволяет сложить омега-удар рука бога семи кого-то там. Ё-просто, короче, это воины Будды были в свое время. Я не знаю, хотите узнать, читайте легенду. Просто-напросто. Все, ребята, отлично. Нифига себе, да, с таким наборчиком. А если я посмотрю, можно ведь глянуть же, да, ребята? Что они... Так. Ага. И... Рука бога, блин. Я даже боюсь, ребята, представить, что будет с противником. Попадись вот под такую кашу. Ты посмотри. Господи, елки-палки, ребят, ну это просто мега какая-то. Это мега, блин, это по-другому не назвать. Троица, химера, рука бога. Ну это, согласитесь, просто имба-имбище будет. Так, ну мы с вами не на этом остановились. Так, управление. Так, что у нас тут? Апперкот, уровень 1. У нас тут тоже апперкот, поэтому давайте мы, наверное, вот это вот снимем. А вот это вот наденем. Да-да. Вау. Вот такие, ребята, мне стали перчатки. Так, ограниченное по времени снаряжение, да? Вы должны повысить класс снаряжения омега-слияния, чтобы получить это снаряжение. В плане, зачем? Можно мне просто улучшить? Так, давай-ка мы попробуем с вами... Ну, вот это вот. Слить все, я думаю, да? У нас этого слишком много. Улучшаем. Блин, это только уровень первый. Что нужно для того, чтобы... Во. Вот уровень первый. Уровень второй, 120. Улучшаем, ребят. Так, сила апперкота 811. Почти тысяченочка, ребята. Не-не-не-не, я этого не хотел. Так, что мы можем сюда? Джеб. У нас джеб 1. Но здесь редкая, а здесь обычная. Хм. Надеть или нет, ребята? Сила джебов 26. А здесь сколько сила джебов? 24. Пфф, конечно, снимаем. И вот эти вот надеваем. Так, а что у нас по мега? Давай посмотрим, ребята. Подожди. По мега мне нужно. Так, смотрим. Ну это литрошок. 1804. А здесь у нас 3240. Нет, не меняем, ребята, мегу, хотя если прокачать эти перчатки, было бы классно, но мне нечем в данный момент. Так, давай по защите глянем. Редкая. Ну, давай, наверное, штанишки улучшим себе, да? Общий уровень защиты. Да ёпрсте, давай повысим себе общий уровень защиты. Чем будем улучшать? Наверное, обычными, да? Да господи. Не то все делайте, я же хочу просто себе улучшить защиту. Вот. Улучшить. Давай улучшать. Вот, поехали, ребят. Опа, подожди-ка, а вот это опыт 200%, это что такое? Давай, наверное, вначале вот так, наверное, сделаем. Или постойка. Это вот они, да? Общий уровень защиты 12, здесь 14. Подожди, а я не понял, а где же у меня тогда вот эти вот штаны находятся? Так, улучши, да? А, так это вот они и есть, да, у меня получается? Редко-редко, да, вот они стоят. Нифига, нет. Значит, вторые, которые у меня есть штаны первого уровня, это они и будут. Вот они. Хорошо, давай вот это вот мы снимем. А вот это вот наденем. Расход выносливости 20%, да? Хорошо, давай посмотрим теперь, что у нас там за штанишки. Вот, которые были до этого. Вот эти вот, да? 14, а тут 12. А в чем прикол, я не могу понять тогда. Не пойму, если честно, ребят. Давай тогда капу, наверное, улучшим пока. Поехали. Давай вот это вот вольем сюда и вот это вот. Улучшаем. Хорошо, капа улучшена. Теперь давай, наверное, все-таки мы вот эти вот штаны наденем. Все, и будем их улучшать. Раз... Вот таким вот образом. А, монет не хватает, ребята. Не хватает монет. Давай тогда. Че, у меня всего 30 монеточек? Твою же дивизию. Не хватает. Ну, давай так улучшим. Фиг с ним.
Так, уровень повышен, да? Защита стала на 16, была на 14, ребята. Ну что? Вроде бы пока и все. У спонсоров ничего нету, да, я так понимаю, да, ничего нету на данный момент. Тогда поехали, наверное, домой. Ну что, ребят, может быть, попробуем сейчас с вами. Так, давай-ка мы закажем, да, на открытие 8 часов. И попробуем зайти на сюжетку. Да, у нас именно Марвин, ребята. Как насчет боя без мегаударов? Готов. Поехали, ребята. Бой без мегаударов. Ух ты, посмотри, у него все по максималке. У него все по максималке, ребята. Это будет жестко. Это будет жестко. Я сейчас просто представляю, сколько у него здоровья. Во-первых, 7000, ладно, хорошо, 7000. Но у него мегаудары, наверное, обалдеть какие. Опа, не понял. Подожди, Марвин, ты меня пугаешь. Ты меня пугаешь, вот серьезно говорю. Нет. Нет, 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 нет. Слушай, Марвин, хорош, а? Хайдукин будем делать, ребята. Такс. Отлично, предположим, ребята. Теперь не промахнулся. Не промахнулся, хотел сказать. А он промахнулся. Он не попал своим суперударом. Но он встанет быстро, мне кажется. Очень быстро. Так, ладно. Ну хорош. Так. Упс. Есть. Отправляем его, ребята, в небытие. Только бы не встал. Да как ты так быстро встаешь? Ох, как ты так быстро встаешь, скажи мне. Глубокий апперкот. Нет, 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 нет. О, нет, ребята. Встаем, встаем, Рэй, 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 Рэй. Давай, родной мой, вставай, вставай. Фу. Встали. Есть. Прям подловил его, круто. Это, ребята, не забываем, Марвин у нас в данный момент. Только не вставай, парень, пожалуйста. Не вставай, не вставай, дай мне победу эту. И эта победа достается мне. Yes, yes. Ребята. Фух. Отлично, отлично мы. Я, честно говоря, не думал, что в первом раунде смогу завалить Марвина. И у нас 19 уровень. Основные показатели увеличились. Фух. Слушай, что тут будет за разговор сейчас? Не могу поверить, что я бывший чемпион страны среди студентов-любителей. Проиграл неизвестному выскочке. Га, иди сюда. Фриц Хофф. Он совсем взбесился. Таких поединков не должно быть. Но, судя по его глазам, он даже меня не слышит. Ё-моё, Фриц Хофф. Фриц Хофф. Фриц, действительно, он, ребята, Фриц. Смотрите, у нас все на цешечку, кроме Тайруса. Тайрус, конечно, мне там в прошлой серии навалял, да? Ну что ж, давайте посмотрим, что же такое за Фриц Хофф. Максималка, Ты посмотри у него что, ребята. У него две суператаки каких-то, да? У меня пониженный. У него третьего уровня выше, чем у меня на десятом. Офигеть. Давайте посмотрим, ребята. Я думаю, сейчас будет очень больно мне. Очень больно. Ну, я его хотел... Так, у него 9000 хп. 9000 хп, ребят. Так. Что-то он, по-моему, поддается, нет? Или мне кажется? По-моему, поддается он, гаденыш, мне. Опа. Да иди ты отвянь меня с своими обнимашками, целовашками. Нет. Нет, 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 ребята. Всыпал. Да иди. А это нечестно, ребята, так. Я считаю, что это нечестно. Да что меня вообще, ребята, просто не слушается. Все, я ему сейчас, наверное, ребята, Хайдукин запишу. Поехали. Пробить должны его. Встал в блок мне тоже. Кусок, как говорится, кое-чего. Так, он вскочил. На, гаденыш, получил. Опа. Фриц Хофф, ребята, сам Фриц Хофф здесь. Любитель студентов избивать, да? Значит, вот такой вот он, чепушило. Лежи, мразь, не вставай, лучше не вставай. Не вставай, встал. У него, ребята, суперудар накопился. Я так и думал, что он будет его применять. И меня направляют, естественно, в нокаут. Если я сейчас не подорвусь, не встану, все, это будет хана, ребята. Это будет хана. Я вскочил. Так, ну. Да отправляйся ты в поднебесную, блин, а. Фух. Ребята, что произойдет? Встанет или нет? Встанет, что ли? Я тогда Хайдюкин применять буду. На четвертой-то секунде. Ну, ну, ну. Есть! Есть, ребятушки, есть. Ну, согласитесь.
Разве я не красава? По-моему, вообще великолепно сыграли. Просто изумительно. Вот что я вам хочу сказать. Шокирующая победа. Поделиться. Плюс 20 голды получу. Естественно, ребята, я поделюсь. Так. Ну что же, далее. Тебе не подходит работа промоутера, Самуэль. Не могу поверить, что ты заставляешь его драться с этими психами. Ну и ну, это же Боб пришел поглядеть на моего бойца. Предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться. Мне нет дела до твоего друга и до пустого кошелька. Меня интересует твой только боец. С таким хреновым промоутером он понапрасну растеряет талант. Очень жаль, такие предложения на дороге не валяются, знаешь ли. Я стану его тренером, но на одном условии. Я знал, я говорил тебе, что все получится, у тебя настоящий талант. Я сам буду выбирать ему противников, пока он не поднимется наверх. И эти поединки будут не только ради денег. И еще, никаких бойцовских клубов, даже в свободное время. Ну, а когда он завоюет титул, можешь делать с ним что захочешь. От такого предложения я не могу отказаться. Начинаем представление. Отлично, приходи завтра в зал. Ну вот, все отлично складывается. Ребята, действительно, все отлично складывается. Начнем с хука. Специалист по хукам у нас Димитру. Обычно против хуков хорошо действует уклонение, но если ты не умеешь правильно выбирать время, то лучше не рисковать. В таком случае просто ставь блок. Меня уже ребята здесь начинают учить, кстати, что я могу вам еще на это ответить? Так, ребята, и у нас тут Думитру. Значит, ты победил Сэма, да? Да, Димитру, я победил Сэма, но с тобой я, наверное, встречусь уже в следующем выпуске. Ребята, тут еще впереди, господи, сколько противников, сколько оппонентов. Ёлки ты палки. Ты представляешь? 14-я у нас тут как бы лига, я не знаю, как это назвать. Группа людей. В общем, ребятулечки, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам этот выпуск понравился. Ну, а мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в, как говорится, чемпионы бокса, звезды. Всем пока и до скорого.